Колхоз имени Владимира Ильича является одним из лидеров по производству молочной продукции в Ленинском районе. В этом году ему исполнилось 85 лет. Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, проходили 26 сентября. Подробности далее. Колхоз имени Владимира Ильича был создан 19 сентября 1929 года. Председателем был избран один из крестьян – Иван Андреевич Буянов, который состоял на этой должности до 1963 года. В советское время хозяйство было на подъеме. Строились различные комплексы, фермы, теплицы. В 90-е годы после смены собственников произошел спад хозяйства. Сейчас, когда 50% предприятий отошли в Москве, основная задача администрации района – сохранить и удержать колхоз. Мы должны свое сельское хозяйство развивать и, как говорится, отстаивать, и вкладывать денежки туда, как говорится, чтобы была отдача. Колхоз имени Владимира Ильича – один из лидеров Московской области по удою молока. Общее поголовье скота – 1200 коров. В день средний надой – более 2 тонн. Колхоз реализует свою продукцию как на сельскохозяйственных ярмарках в городе Видное, так и еще в 25 точках Ленинского района. Работы в колхозе много, она непростая. Но сотрудники предприятия уже привыкли к ней и ни за что не променяют. Механизаторы, трактористы, шифера, доярки, телятницы – вот все наши колхозные профессии. Пашем, сеем, значит, убираем, готовим корма на зиму, содержим скотину, вот, чтобы прокормить ее круглый год. Владимир Николаевич всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Более 40 лет он работает трактористом. В колхозе Владимир Николаевич 11 лет. Говорит, что работа сложная, но любимая. А многие сотрудники колхоза имени Владимира Ильича проработали на одном месте десятки лет. Как, например, Надежда Иосифовна Завьялова, которая пришла сюда сразу после техникума, работала в птицеводстве и в этом году ушла на заслуженный отдых в должности главного зоотехника. Уезжаешь домой и, понимаете, уже в голове все равно перебираешь, что, как это, нужно утром, это в 6 часов, 5:30 я уже на рабочем месте, и в 6:07 только уходила для того, чтобы видеть своими глазами все, как кормление, как доение, чтобы завтра получить плюс, не убавить надои. Все это очень переживаешь и ждешь каждый день что-то, чтобы было лучше, чтобы прибавить продуктивность. 26 сентября все сотрудники собрались вместе, чтобы отметить 85-летний юбилей колхоза. Работники с большим стажем были отмечены грамотами, благодарственными письмами и подарками от предприятия и администрации Ленинского района. Екатерина Чернышова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.